попался мне материал, почему нашу планету называют Мидгард-Земля. Но дальше мы еще рассмотрим и книгу, и как на углях от костра проступает буквица, руны, увеличим вот эти фотографии, которые сделаны в святом месте. Но смотрите, как они пишут, почему так планета называется. В ведической литературе, ну вот кто не знает веды, это славянские, как говорится, записи. Потом Индия у нас это забрала, и они сейчас уже как бы от себя это все подают. Наша планета часто называется Мидгард-Землей. Многие знают, что в мифологии древних скандинавов так называется земной мир или планета Земля. Наряду с Асгардом, Альфхеймом, Свард-Альфхеймом, Хельвеймом, Мосельхеймом, но это не будем эти скандинавские вот эти вот, что язык тут сломает. Мидгард составляет великое древо миров или их Драсиль, обратно потянули сюда скандинавов, по которому асы могут свободно перемещаться на своих межзвездных кораблях при помощи Бифроста, радужного моста. Очевидно, в этом месте речь идет о технологии подпространственного перемещения. Легко заметить, что лишь Асгард и Мидгард имеют идентичные окончания, тогда как названия других миров заканчиваются на Хейм. Дело в том, что слово «гард», как нетрудно догадаться, с течением времени превратилось в «град», которым в свою очередь у наших предков обозначал огороженное укрепленное поселение. Так, теперь... Впоследствии град стал городом, но это уже значительно позже. Ну, все говорят, там стольный град такой-то. При этом нет ничего удивительного в том, что древнескандинавские названия определенных областей и планет соответствуют древнеславянским. Тут вообще не надо на тех скандинавов смотреть. Я не знаю, что все уперлись тех скандинавов. Цивилизация шла от скифов, от Херсонской области, вот при Черноморье, Николаевская, Херсонская, туда вверх по Днепру основали Киев, а потом уже там туда до скандинавов пошли дальше осваивать. А не как они говорят нам, сверху, с севера на юг. То есть там ложь у этих историков приличная. Так, скандинавские языки – наследники единого славянского, который на земле Скандинавии пришел в первых веках нашей эры вместе с первыми поселенцами. Об этом достаточно написано в саге об Ингли Снорри Стурлусона, которая является первой частью фундаментальной работы «Круг земной». То есть «гард» в слове «Мидгард» означает «город-поселение», хотя с учетом исторической специфики все же можно остановиться на несколько ином значении – «исконном». Это значение «укрепленный населенный пункт», фактически «город-крепость». Для понятия аналогии «город-государство», «полис» в Древней Греции. «Мид» означает «срединный», то есть расположенный между на пересечении. До сих пор в нашем языке можно встретить слова, корневая система, которая тоже значение, например, слово «медиум» – посредник между миром живым и миром мертвых. В английском языке является потомком одной из скандинавских ветвей славянского языка, также сохранились аналогичные слова вроде «медиум» – «средний». Таким образом, Мидгард – это некая крепость, расположенная между некоторыми областями, а если еще шире, на границе областей. Все логично. Ну, тут многие филологи, там, лингвисты и показывают в английском языке славянские слова. Может, отдельно видео я запишу на эту тему. Наша Солнечная система располагается на краю одного из спиральных рукавов галактики «Млечный путь», тогда как сама галактика находится на самой границе центральной области Вселенной. За пределами нашей галактики начинается мир тьмы, мир тысячи звезд, где скопление звездного вещества минимально, где мало света, мало энергии, где формы жизни принимают самые жестокие и невыразимые очертания. Ну, над этим абзацем надо много думать, размышлять. Мы сейчас это не будем делать. Иными словами, Солнечная система
Смиргаль землей находится на самой границе тех территорий, которые исконно контролировались нашими предками. Поэтому действительно логичными выглядит тот факт, что планету, на которой было 960 тысяч лет назад развернуто поселение, назвали Мидгардом, то есть приграничной крепостью. Тем более, что каждые 5000 лет жителей этой планеты наступала так называемая сварожья ночь, когда вся система на целые тысячелетия уходила на территорию противника. Результат вращения галактики вокруг центра Вселенной. Ну, тоже интересная теория, сейчас с этим вращением планет тоже много появилось всяких концепций. Теперь относительно второй части двухсложного понятия Мидгард-Земля. Здесь стоит учесть тот факт, что наши предки никогда не использовали понятие «планета». Это слово пришло к нам из греческого языка, и его значение не вызывает сомнений «блуждающая звезда». Вообще понятие «звезда» славянами использовалось в несколько измененном виде. Звездой именовалось светило, вокруг которого вращается от 1 до 7 объектов. Светило, вокруг которого по цикличным орбитам движется более 7 объектов, именовалось иначе – Солнце. Именно поэтому звезда Солнечной системы нашими предками называлась Ярыва Солнце. Ярыва – идентификация звездного объекта, так же, как, к примеру, даже Бог Солнца. Ведь вокруг вращается целых 9 объектов. Вместо современного понятия планета наши предки использовали понятие Земля, то есть обитаемая твердь. Изначально в системе Ярыва Солнца располагалось 27 земель планет. 27 это умножить 3 умножить на 9. С учетом этих нюансов становится все ясно, что выражение «за 3-9 земель» буквально означает «за пределами Солнечной системы». Ну тоже интересно, видите. И тут они сделали такую инфографику: Мид серединный, между на пересечении, Гард укрепленный населенный пункт, фактически город-крепость. Мидгард это некая крепость, расположенная между некоторыми областями, а если шире, на границе некоторых областей. Наша Солнечная система на краю одного из спиральных рукавов галактики Млечный Путь, тогда как сама галактика находится на самой границе центральной области Вселенной. Это вот такое резюме. Ну тут я вам говорил еще за книгу, сейчас мы откроем. Вот книга есть довольно-таки интересная, ее автор Александр Иванченко, вот тоже «Ярыва Солнца», видите, и тут он исследовал и алфавит. Вот смотрите, жизнь, заря с рунами, все вот это вот, как вот эти все буквы, и потом оно все пошло по алфавитам другим. Добро, видите, какие все обозначения. Вот остановите видео, прочитайте, смотрите, как он оригинально тут все систематизировал. Это книга прошлого века, еще там где-то ей 150 лет, этой книге. Вот так вот оно. И вот вы посмотрели, вот тут он тоже приводит, смотрите, где-то эти надписи понаходили. Ну, если интересно, в комментариях напишите, я дам вам ссылку эту книгу сархивировать. Веди, третий знак Веди, познай, что 2-3 единства мироздания, большое триединство неорганической природы, которая обозначена буквой Ж, жизнь, и находится как бы в центре неорганического мира. Ну тут смотрите, все эти делают трактовки, и где как что правильно, тоже тяжело сказать. Тут тоже славянские календари, смотрите, как месяца шли, какие вот эти все обозначения были. Тут на кувшинах тоже находятся этой всей графикой. Вот еще, вот смотрите, вот обратите внимание, какие буквы, какое все. И один раз мне вот фотографии с капища есть. Человек сфотографировал костер. Вот смотрите, вроде вот так вот, нельзя было просто ближе фотоаппарат. Вот сейчас увеличиваем фотографию. Смотрите. Вот вам буквы, вот письмена, вот как проступают, что просто оно было так заметно. Гляньте, как текст идет. Вот тут, вот смотрите, как слово написано, вы видите,
Это когда вот идет духовная сила, а вот знаки, вот еще какая-то руна проступает. Вы эту вот фотографию рассмотрите тоже. Это вот сделано лет 10 назад фотография. Тут тоже как оно такое, как газетная полоса, но больше тут просто увеличить нельзя. Сейчас еще другую фотографию. Вот еще другая. Сейчас посмотрим. Это полтора раза увеличение. Вот тоже смотрите, как текст исписано. Сейчас в два раза увеличение дам. В три раза. Тут хороший, надо оптику хорошую. Смотрите, ZIP вообще как такая буквица. Вот. Это без всякого вот такого редактирования, без ничего. Вот слово. Тут есть что-то у нас интересное. И эти прогорели уже. А тут надо, видите, в определенный период они показывают. Даже вот так вот есть на этом всем древе. Вон слово. Просто удивительно. Ну, а почему это все важно, вера? Вы когда палестинскую веру молитесь тем богам, которые вы почитаете в той книге, что вам предлагают, те все имена, ихние истории, туда ваш идет эгрегор, и туда идет вся благодать, а эта земля, сколько теперь, когда ушли от той веры, приносит людям только сейчас боль и несчастье. Мысли формы эгрегора. И вот основные понятия, откуда слово «правь» пошло, православие. Украли даже слово «православие» у славян. Вот так вот все происходит. Что тут еще добавить к этой книге? Вот тут даже когда пишут за планету, ось вращения Земли не имела наклона, океан не был ледовитым, Северный полюс был в другом месте, и в Дарии был очень благоприятный мягкий климат. Однако Мидгард, земля была выбрана белыми иерархами для эксперимента не только и не столько из-за хороших условий проживания. Эти условия создавались не одну сотню тысяч лет. На момент колонизации Мидгард земля уже имела три луны. Вот эти вращения. Расположение нашей планеты в пространстве трех лун обеспечивало уникальные условия для эволюционного развития проживающих здесь людей, а кроме этого белые иерархи поместили в недра планеты специальный генератор источник жизни, который ускорял эволюционное развитие землян. Одним из свидетельств наличия трех лун, ну есть же там даже вот эти вот все, как оно, легенды, что... Было две луны, довольно еще такие недавно, как говорится. Вот это Дария, вот так вот располагались планеты. Ну, напишите в комментариях, что кого заинтересовало. Мы постараемся какую-то дискуссию сделать, поговорить об этом всем. Потому что все сейчас ищут свой смысл в жизни. Что, как происходит, почему. Чтобы жить долго, счастливо, все начинается тоже из питания. Если вы поедаете, к примеру, трупы животных, то откуда потом там взяться здоровью или чему-то? Так что тут думайте. Такие видео я размещу на канале, они частично есть в плейлисте питания. Откройте плейлист питания или вот тут вот сделайте поиск по каналу. Вот так вот мы посмотрели, почему так планета называется. Ну, трактовку событий могут делать только те, кто является духовно просветленным человеком. А многие книги по славянству написаны людьми, которые просто это как для них, для кого-то заработок просто был, для кого-то еще что-то. Тут надо уже подходить, надо очищать организм, тогда вам откроются другие познания и другой мир. А так, как когда мы живем в этом всем, этой беготне нам сделали, то тут некогда подумать и о жизни. Хотя переход на здоровую жизнь, это тяжело избавиться от энергетических лярв, которые не дают это сделать. Говорят, давай покушать вкусно, давай еще раз покушать, еще, и человек не может от этого всего уйти. Мы рассмотрим это тоже, как отогнать этих лярв
и как перейти на новую жизнь.